Всем привет, с вами Катя и Лана, и вы смотрите обзор новинок техники от компании Ало. Данный ролик посвящен цифровому фотоаппарату Fujifilm Finepix S8200. Несмотря на свою доступную цену, камера внешне совсем не тянет на бюджетную модель. Более того, глядя на нее, очень легко обмануться и подумать, что перед вами зеркалка. На эту мысль наводит видоискатель, широкий хват и солидный как внешне, так и по параметрам объектив. Соответственно, эргономика камеры под стать ее зеркальным собратьям. Все выверено и высчитано. Что касается качества сборки, то тут какие-либо придирки неуместны. Производитель постарался на славу. Вдобавок, фотоаппарат представлен в трех цветовых вариантах – черном, белом и красном. Как и у любого современного фотоаппарата, на задней панели установлен 3-дюймовый ЖК-дисплей с неплохим разрешением, приблизительно в 460 тысяч пикселей. Питается камера от 4 пальчиковых батареек, так что при покупке сразу стоит озадачиться приобретением аккумулятора и блока питания к ним. S8200 обладает стандартными для псевдозеркалок размерами, а именно ширина 122,6, высота 86,9 и глубина 116,2 мм, при весе без аккумулятора и карты памяти 577 грамм. Камера оснащена объективом Fujinon 40-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием от 24 до 960 мм. Для избежания размытости на снимке в наличии имеется эффективная система стабилизации изображения. Значение диафрагмы от f на 2,9 до f на 6,5. Макросъемка доступна с расстояния 1 см. Для удобства пользования зумом на объективе имеется дополнительный рычажок управления трансфокатором. Высокое качество изображения обеспечивает 16-мегапиксельная КМОС-матрица размером 1 на 2,3 дюйма, обладающая обратной подсветкой, быстрой автофокусировкой и чувствительностью ISO до 12800. Так что даже в условиях плохого освещения с помощью Finepix S8200 у вас есть шанс получить отличный снимок. С записью видео тут полный порядок. Ролики можно снимать с разрешением 1920 на 1080, что, как мы знаем, относится к формату Full HD, при этом с частотой до 60 кадров в секунду. Для моделей этого ценового сегмента это, знаете ли, рекордный показатель. По меню тут все настолько просто, что разобраться в нем может кто угодно. Естественно, учитывая, что данный фотоаппарат относится к любительскому классу, основной упор делается на автоматическую съемку. Но если вы испытываете настойчивую потребность поиграться с ручными настройками, никаких проблем не возникнет. Переводите барабан в положение M и вперед. Учитывая наличие быстрой фокусировки, малое время включения, а также солидную скорость непрерывной съемки, возможность записи видео в формате Full HD, а также отличный объектив с невероятным оптическим зумом. Я уверена, эта модель придется по вкусу многим пользователям. С вами была Лана, Катя и обзор фотоаппарата Fujifilm Finepix S8200 от компании Ало. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока!